Кстати, я должен заметить, чтобы вы нас правильно поняли, мы никогда не поем вместе, до этого мы не играем. Это мы то, что, да, мы так балуемся сейчас, в принципе. Случайно на время приехали. Нет, я не об этом. Мы делаем концерты вместе, но то есть это не дуэт. И если вот что-то сейчас так у нас получается, в основном экспромты там. Может быть, компьютер меня живет в ЛА, я живу в Сан-Диего. Да, может быть, это, может быть, это хорошо, может быть, плохо. Что вообще у нас? Это живое, то есть в записи этого нету. Уже есть. Хорошо. Записки. Следующая песня тоже вот тут, почему, значит, я их поставил рядом, хотя они, может быть, по стилю музыкально немножко отличаются. У Игоря эта песня связана с Портлендом, который находится в Орегоне, а у меня эта песня связана с поездкой по штату Орегон через лес. Мы ехали по фривею, кругом пусто, ничего, лес просто, и вдруг... Пустыня какая-то. Да, не пустыня, ну такой густой, тайга, скажем так. И вдруг такой золотая луковица русской церквушки в лесу прям. Нас так это как тронуло, но мы торопились очень, когда ехали. Мы ехали в Сиэтл, до конференции опаздывали, да. Но мы запомнили, где это находится, на обратном пути мы остановились, специально подъехали. Но, к сожалению, мы никого не застали. То есть церквушка и изба очень похожа на такую, знаете, типичную, да, сруб такой. Снова какой-то старый там Volkswagen маленький такой. Ну, никого не было. Очень такая русская машинка. Типа Запорожца. Volkswagen типа Запорожец. Да, и вот эта песня, в принципе, она не написана на эту тему. Это песня, стихи были написаны лет 15 до этого, но как-то получилось вот такое поэтическое предвидение, которое описало вот эту ситуацию. Песня называется «Проезд».